И, ну, не то что напоследок, но в конце этого праздника вас ждет очень интересный сюрприз, который приготовила вместе с педагогами ансамбля «Добелик» наш любимый режиссер Сергей Вениаминович Стрельцов. Педагоги ансамбля «Добелик» перед вами. Компания хороша, учили наши девочки, детишек танцевать. Под матом зюблея сатен, и все начнем опять. Родители, друзья, гости
этого праздника. Поздравляю вас всех и наш коллектив с таким замечательным днем. Правильно сказал Анес Гургенович, 2 пятерки за работу. Желаю больших-больших творческих успехов. Художественный руководитель ансамбля «Аракельян» Ольга Владимировна. Дорогие друзья, пожалуйста, остановитесь только с цветами, я вас очень прошу. Пожалуйста, большое спасибо. Дорогие друзья, все, что вы видели сегодня, конечно, это огромный труд. Это бессонные ночи. Это ответственность. Это ответственность за каждого доверенного ребенка. Это ответственность за ту надежду, которую возлагаете на нас вы, уважаемые наши родители. Вы, уважаемые руководители, это не просто, но без этого невозможно, потому что это наш путь. Так был желанный вкус аплодисментов и верит, что в этом суть, ведь это наш путь. Вот час, да он настал, и путь меня гремя фанфары. На темный дождь, на птичий крик, на нежный взор, на вздох любви и нашу музыку продли. Мы не жалеем ни о чем, ведь это наш путь. Наш путь. Счастья сейчас пришла пора огня души и сердца страсти. Пусть мир был так жесток, но наша жизнь, она прекрасна. Дай Бог еще глоток, ведь это наш. Продлись наш путь на светлый миг, на темный дождь, на птичий крик, на нежный сон, на вздох любви и нашу музыку продли. Мы не жалеем ни о чем, ведь это «Сиитык» во главе с Галиной Александровной Куликовой. Просим на сцену.
Дорогие Ольга Леонидовна, дорогие табериковцы, как найти слова достойные? Как сказать без лишних фраз, что мы очень благодарны вам, что мы очень любим вас? С праздником, дорогой Таберик, с вашим замечательным юбилеем! Мы вас поздравляем! Мы хотим, чтобы вот к этим многочисленным цветам, с которыми сегодня пришли ваши близкие, родные, друзья, родители, присоединились наши прекрасные цветы, вот эти маки, как будут вновь, я думаю, мэр города и Саша Шенкулович, который, хотя и не досидел до конца праздника и убежал, но здесь есть работники мэрии. И Анес Гургенович очень хорошо и тонко намекнул, что 60-летие Таберика мы должны встречать в новом, шикарном здании Центра детского творчества, где ансамбль «Таберик» будет хозяином. И мы хотим попросить, дорогой Саша Шенкулович, вы памятник воздвигните себе нерукотворный, если в бюджет 2013 года заложите деньги на строительство такого дворца. А мы вам всем низко поклонимся и будем петь вам аллилуйя. И Саша Шенкулович, с праздником, табериковцы! Я думаю, город подарит вам этот дворец. Дорогие табериковцы, дорогие учащиеся, родители и педагоги-руководители, я хочу сказать вам огромное большое спасибо и от имени всех присутствующих в зале педагогов бывшего Дворца пионеров, директоров, которые здесь сидят, хочу сказать вам успехов, здоровья, благополучия и всего вам самого-самого наилучшего. От имени всех дворцовских работников подарили вам машину, мы подарим вам картину. Сегодня у нас на празднике присутствовали директора республиканских центров творчества школьников. Это Республиканская инженерная академия Алтын-Туйюн, это центр Балашан, это Министерство образования и науки и центр детей и юношества Сиэттек. Дорогие друзья, с праздником! Всех с праздником и до новых встреч!